За судьбой танкера «Делфи» репортер продолжил следить и в Черноморске. Наша съемочная группа одной из первых оказалась на месте и проследила за последней в жизни судна швартовкой перед длительным хранением и последующим уничтожением. С плавучего дока Черноморского судоремонтного завода мой коллега Юлиан Аксенов. Танкер «Делфи» наконец-то обрел свое последнее пристанище. Им стал один из причалов Черноморского морского порта. Ранним утром началась операция по его буксировке. В сопровождении двух плавучих кранов и столько же буксиров он отправился в свой последний путь из Одессы в Черноморск. Тихо, ровно и на минимальной скорости весь этот караван достиг своей финальной точки назначения за 9 с небольшим часов. Как вы понимаете, дальнейшая участь «Делфи» незавидна. Его распилят, но произойдет это не скоро. Судно не только арестовано по решению суда, но и является вещественным доказательством в деле о контрабанде нефтепродуктов. И как только суд вынесет окончательный приговор, его разрежут на металл. За 10 месяцев со дня крушения «Делфи» превратился в популярный туристический объект. С ним фотографировали, сочиняли о нем разные байки и даже успели нанести на Google карту. И все это время, пока инстанции и министерство решали между собой, кто же из них должен убрать аварийное судно, из танкера вытекали нефтепродукты, отравляя воду Одесской акватории. Первым вопрос решить вызвался сам судовладелец. Он нашел подрядчика, но у того после нескольких попыток ничего не получилось. Далее к процессу подключилась администрация морских портов. Там объявили тендер на 25 миллионов гривен, провели его по ускоренной процедуре, нашли победителя. И вот результат. Судна на пляже «Дельфин» больше нет. Последний путь танкер, вошедший в одесскую историю, провожали Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».